Блюзовый аккомпанемент строится на специфических аккордах, которые нигде больше не встречаются. Вот главный аккорд в тональности ми. Второй палец ставим на седьмой лад пятой струны. На тот же седьмой лад ставим безымянный палец, но уже на третью струну, через струну. Между ними на предыдущий лад ставим указательный палец. И мизинец ставим на вторую струну, восьмой лад. И первую и шестую струну, открытые, мы тоже можем играть. Еще раз. Седьмой лад, пятая струна и третья струна. Шестой лад, четвертая струна. Восьмой лад, вторая струна, мизинцем. Второй аккорд тональности ми, субдоминантовый, это будет уже от ноты ля. Практически то же самое. Переносим всю эту конструкцию пальцев на одну струну вниз. Но безымянный сдвигаем к мизинцу, тоже на восьмой лад. Получается по звучанию то же самое, только от другой ноты. И здесь уже шестую струну не трогаем. Другие два аккорда – это обычный стандартный си-септ и ля-септ. Из этих аккордов строятся различные квадраты последовательности. Самый примитивный, самый простой – вот такой. Чаще всего блюз играется в триольном движении. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. И мы пропускаем вторую долю. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Вот нужно научиться правой рукой так играть. Либо пальцами, либо медиатором. На раз, на сильную долю движения всегда вниз. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Можно потренироваться с метрономом, чтобы он щелкал та-та-та-та-та-та-та, а мы пропускали вторую долю. Хороший вариант игры уже реального аккомпанемента – это делать глушение, щелчок на одну из долей. Как делается щелчок, я показывал в уроке аккомпанемент 2 и в уроке бой. Посмотрите там. Здесь самое важное – сохранить это триольное движение. Ощущение раз, два, три, раз, два, три. Еще одна характерная фигура блюзового аккомпанемента вот такая. Прижимаем второй лад пятой струны, ноту си. Потом прижимаем через лад ноту до диез. А правой рукой одновременно играем пятую и шестую струну. Медиатором или пальцами сложными, как медиатор. По двум струнам. Потом то же самое делаем на четвертой струне. Прижимаем на четвертой, а играем пятую и четвертую. И это чередуем. Те же самые си-септ и ля-септ, только в другой позиции. Как вы слышите по ритму, мы сохраняем то же самое триольное движение. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Я показал лишь элементарные основы. Разумеется, блюз можно играть не только в тональности ми, а и во многих других.
Можно использовать разные аккорды, можно использовать не только звуки блюзовой гаммы, но это уже следующий уровень, который так просто не объяснить. Для этого нужно слушать настоящих американских блюзменов, слушать, анализировать, снимать их игру, копировать. И тогда постепенно, постепенно, за много лет, можно научиться играть правильно, а не так, как играют это большинство людей.